My name is Vladimir Romanov. I'm a professor at Derzhavin-Tambov State University. Together with my colleague, Professor Dyachkov, I would like to present you the research result of Tambov archives. By the decision of the project managers, we will present you a bilingual lecture. The written presentation will be in English, and the rest of the lecture in Russian. It is very important for those who are planning to conduct research on Russian history. Archival research cannot be done without a good knowledge of Russian language. Let's start our lecture. Прежде всего, краткая информация о Тамбовской области. Тамбовская область находится в центре России. Это один из субъектов Российской Федерации. Если мы посмотрим на то, когда началась Тамбовская история, то это 17 век. В 1636 году Тамбов, как крепость, была построена на южных границах России для того, чтобы защищать русские границы от набегов татар и других кочевников. В 1779 году Тамбов стал административным центром Тамбовской губернии. На карте представлена схема этой территории. И уже к началу XIX века Тамбов стал одной из самых больших губерний Центральной России. Во многом это стало определяющим геополитическим фактором истории Тамбовской губернии. Следует заметить, что Тамбов как губерния формировался прежде всего в русле традиционного аграрного региона России. Что это означает? Это прежде всего связано с тем, что аграрный сектор стал определяющим в экономике Тамбовской губернии. Отсюда мы видим некоторые традиционные демографические и семейные отношения среди значительной части тамбовского населения, прежде всего среди крестьян. Это традиционный тип практически патриархального хозяйства. Это традиционная нехватка сельскохозяйственных земель. И, как в итоге, это традиционный крестьянский менталитет. Если мы посмотрим на дальнейшую судьбу Тамбовской губернии, то после революции 1917 года, после многочисленных изменений территориальных, Тамбов как независимая административная единица была восстановлена лишь в 1934 году. Как вы видите из карты, это уже была другая территория с другими границами. Но, тем не менее, традиционный уклад жизни тамбовского крестьянина сохранялся и в самом начале советского периода истории Тамбовской области. Следует заметить, что в этой истории было много интересных эпизодов. Один из них – это самое, пожалуй, известное тамбовское крестьянское восстание, которое получило в истории название «Антоновщина». Все специалисты по российской истории прекрасно знают это антибольшевистское крестьянское восстание, которое началось в 1920 году. Следует заметить, что это восстание по своей сути отражало нарастающую в годы советской власти противоречивость между вот тем самым традиционным крестьянским укладом жизни, о котором я говорил, и планами, практикой большевистского правительства по проведению социальных и экономических преобразований в стране. Если мы посмотрим на историю Тамбовской губернии, то она ассоциируется с именами многих известных государственных деятелей и представителей культуры. Я здесь представляю на слайде только три имени. Это прежде всего Гавриил Романович Державин, поэт, губернатор тамбовский, известный композитор Сергей Рахманинов, который долгое время жил в имении своих родственников
в Тамбовской губернии, и Георгий Чичерин, народный комиссар по иностранным делам советского правительства. Собственно говоря, если мы посмотрим на эту историю, то совершенно однозначно нужно сказать, что каждый из этих периодов обязательно отразился на архивных коллекциях. Когда же началась эта коллекция? Следует заметить, что начало систематической работы по сбору архивных документов начинается в 1884 году. Тогда в Тамбове была создана Тамбовская губернская ученая архивная комиссия, которая занималась выявлением документов и сбором этих документов. Собственно говоря, вот это и положило начало архивным коллекциям, которые сейчас существуют в нашем городе. Следует заметить, что в 1918-1919 годах эти архивные коллекции были трансформированы уже в новый архив, и этот архив существует вплоть до нашего времени. Если мы посмотрим на хронологию, то вот эти сохраненные архивы, они отражают не только тамбовскую историю, но историю и всероссийскую, начиная с 17 до 21 века. Теперь перейдем к основной части нашей лекции, к рассказу о архивных коллекциях, которые сейчас находятся в распоряжении исследователей. Ну, прежде всего, нужно сказать о том, что тамбовских архивов, конечно же, много. У нас есть архивы, которые мы называем ведомственными, ну, например, архив отделения МВД, архив Федеральной службы безопасности, ряда предприятий. Они содержат очень интересные материалы, но, к сожалению, не все они открыты для исследователей. Мы же свое внимание уделим тем архивам, которые работают с исследователями, и работать там можно в том числе и иностранным историкам. И прежде всего обратимся к главному, к первому архиву, который называется Государственный архив Тамбовской области. На слайде вы видите адрес сайта этого архива и краткую информацию о нем. А информация говорит о том, что действительно этот архив достаточно велик. Это примерно 4000 фондов, которые представляют примерно более миллиона отдельных единиц хранения, или на английском языке, может быть, это лучше будет звучать как файлы. Так вот, с чего начинается архивная работа человека, который приехал в архив Тамбовской области? Но прежде всего, как и везде, это начинается с путеводителя. Путеводитель размещен на сайте архива, он легко читается всеми. И вот здесь вы как раз и найдете информацию о тех самых фондах, которые представлены в архиве. И действительно, этот путеводитель показывает, что документы представлены по различным аспектам и политической, и социально-экономической, и культурной жизни Тамбовского региона примерно со второй половины 17 века до начала века 21-го. Следует заметить, что там представлены разные типы документов. О всех документах я не буду говорить сейчас, они представлены здесь на слайде, но тем не менее они демонстрируют нам, что документы очень разные по своему характеру. Это и официальные государственные документы, документы официальных государственных органов, материалы общественных организаций, религиозных каких-то структур, вплоть до видео и фото документов. Давайте теперь мы кратко посмотрим с вами на те коллекции, которые представлены в онлайн-режиме в этом архиве.
Сразу скажу, что этих коллекций не очень много, потому что наш архив находится на начальном этапе цифровизации всех своих фондов. Но, тем не менее, уже сейчас для исследователя доступны некоторые онлайн-коллекции. Я приведу несколько примеров. И первую коллекцию, которую я хотел бы вам представить, это выставка, которая посвящена годовщине формирования Тамбовской губернии. Вот на этом слайде вы видите прежде всего интересный рисунок Тамбова конца века XVIII и интересный пример первой Тамбовской и одной из самых первых региональных газет, которые издавались в конце века XVIII. Эта газета называлась «Тамбовские известия», и публикацией занимался губернатор Гавриил Державин. Еще одна коллекция, которую тоже можно вам сегодня представить, связана с историей Тамбовской губернии в период между двумя революциями – от февраля 1917 года до марта 1918 года. Здесь, если вы по этой ссылке пройдете, вы можете посмотреть некоторые PDF-копии документальных материалов, интересные фотографии. Все это в вашем распоряжении в онлайн-режиме. Кроме того, нужно сказать еще и о том, что некоторые публикации архив готовит вместе с историками и учеными. Я, опять же, всего лишь о некоторых публикациях скажу. Первая публикация, которую я представил здесь на слайде, это публикация о связях известного российского поэта Михаила Лермонтова с Тамбовом. До сих пор ведутся споры, бывал ли Михаил Юрьевич в Тамбове или нет, или он прекрасно знал атмосферу Тамбова, которую прекрасным образом отразил в своей известной поэме «Тамбовская казначейша». И вот в этой публикации собраны материалы документальные, воспоминания о взаимосвязи Михаила Юрьевича Лермонтова и Тамбовского края. Называется публикация интересна, поскольку считается, что он мог посетить Тамбов, проезжая из Москвы в свое имение в Пензенской губернии. Вот как раз Москва интересно здесь представлена как начальная точка, а Тамбов – срединная точка до пензенского имения Михаила Юрьевича Лермонтова. Следующую публикацию, которую тоже хотелось бы отдельно вспомнить сегодня, это публикация о связях известного российского ученого Владимира Вернадского с Тамбовской губернией. Владимир Вернадский долгие годы здесь жил, имел свое имение, и он здесь занимался в том числе и общественными занятиями, поскольку он служил в земствах, и эта работа прекрасным образом его личность отражает. Следует заметить, что все эти публикации, о которых я сказал, в общем-то, не очень большие. А вот следующая публикация, о которой нужно сказать отдельно, пожалуй, является одним из самых интересных документов, документальных сборников, которые нужно обязательно читать специалистам по истории Тамбова и России. Этот сборник посвящен тому самому крестьянскому восстанию в Тамбовской губернии, о котором я уже говорил, и называется он «Антоновщина». Прежде всего, хотел бы сказать, что это один из самых полных сборников документов. Это примерно 700 архивных документальных материалов. И эта публикация, она интересна тем, что она содержит не только точку зрения государственных институтов Тамбовской области и России в целом, но и точку зрения восставших крестьян. Следует заметить, что историки Тамбовского государственного университета продолжают работать, и мой коллега профессор Дьячков продолжает свои археографические изыскания, и он представил совсем недавно новые документы в продолжении вот этого интереснейшего документа.
Наверное, очень важно отметить, что вот эти архивные документы, без всяких сомнений, уже не раз привлекали внимание иностранных специалистов. Прежде всего, мне хотелось бы сказать о двух именах известных историков, которые связаны с изучением различных аспектов тамбовской истории. Один из них – это американский историк, профессор истории в Вашингтонском государственном университете Стивен Хук. Он является известным специалистом в области демографического развития, социальной истории и экономической истории России. И вот как раз одна из его книг, которая посвящена особенностям крепостного права, представлена на одном кейсе. Этот кейс – село Петровское Тамбовской губернии. Он долгие годы работал в наших архивах и свои результаты представляет в своих публикациях. И еще один пример, который хотелось бы тоже сегодня вспомнить, это французский профессор Реджис Бати из Страсбургского университета, который занимается изучением такой интересной проблемы, как проблема французских и люксембургских военнопленных, которые в годы Второй мировой войны были в лагере под Тамбовом. Тема очень интересная, тема долгие годы была закрыта, но сейчас ее активно изучают, в том числе и наши тамбовские историки. Dear friends and colleagues, so nice to meet you. Today I am the second leg in our archival relay race. In Russian. Профессор Романов рассказал о Государственном архиве Тамбовской области. Я бы хотел, моя задача, рассказать о втором крупнейшем архиве Тамбовской области, о Государственном архиве социально-политической истории Тамбовской области. Но прежде чем говорить о нем, я хочу сказать, почему наши архивы столь хороши для исследователей. И как Государственный архив Тамбовской области, так и архив социально-политической истории Тамбовской области. Тут сошлось в их нынешнем прекрасном качестве сошлось три обстоятельства. Первое обстоятельство – наши архивы, в отличие от очень многих архивов, так скажем, западной части европейской, бывшего СССР и многих архивов Центральной России, не страдали от пожаров, от разорения гражданской войны и особенно от разорения, катастрофы Великой Отечественной войны, когда многие архивы просто погибли, а некоторые, отдельные, как Смоленский архив, попали в руки немцев, затем оказались в США. То есть наши архивы целые, они очень полные. Второе, то, что наши архивы не подвергались изъятию из их фондов в пользу центральных архивов материалов. Такое бывало. У нас такое было в минимальном количестве. И, наконец, третье, то, что наши архивы обладают прекрасным коллективом высоких профессионалов. Мы сотрудничаем с ними, стараемся помогать в высоком качестве работы. Это помогает делать очень неплохие вещи. В частности, архив, о котором я говорю сейчас, ГАСПИТО, Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области, он уже хорош тем, что если вы пойдете по данной ссылке, вы увидите, как хорошо сделано его сайт. Как можно пройти по ссылкам в самые, так скажем, потаенные места этого архива, как хорошо представлены фонды. То есть архив, сайт, и архив, и сайт, это такая максимальная цифровизация, максимальная доступность, когда, повторяю, по ссылкам можно пройти к самим документам, к самим фондам, и они доступны для скачивания. И плюс архив, Государственный архив социально-политической истории, ну, помимо тех выходных данных, которые вы по нему видели и видите на презентации, он, обладая большим количеством, тысячами фондов, сотнями тысяч дел, единиц хранения, как мы сейчас говорим, он
У него очень развита публикаторская деятельность, именно сборников документов, подготовленных на высоком уровне, с отличным научным комментарием, с подробным, то есть все, как говорится, как положено, за что, кстати, этот архив, и получал премии за свою работу, в частности, наша публикация по Великой Отечественной, получили две премии Академии наук, Институт истории российской истории, и три премии, высших премии Росархива, то есть нашего архивного министерства. Если говорить о том, что они успели публиковать, да, архив этот специфический, тут тоже надо понимать, в отличие от государственного архива Тамбовской области, в котором хранится все от 17 века документы до наших дней, но своей спецификой, архив ГАЗПИТО – это архив, бывший так называемый партийный архив, то есть архив, который принадлежал Тамбовскому областному комитету коммунистической партии. Но так как коммунистическая партия в Советском Союзе была, как мы говорили, плоть от плоти, руководящей, направляющей силой, стержнем, так сказать, политической системы нашей, она, то документы, которые откладывались в архиве обкома, партийные вроде бы документы, но они касались всех сфер жизни, потому что партия принимала решения, она требовала отчета за принятые решения, поэтому по всем разделам нашей истории есть эти материалы. То есть и вот публикации этих материалов, они начались уже в 50-е годы первым таким изданием, да, и по времени. По времени документы этого архива – это 20 век, начиная с начала 20 века, зарождение социал-демократических организаций, превратившихся затем в большевистские организации. И вот первые сборники документов как раз были посвящены большевистским листовкам революции 1905-1907 годов. Затем были сборники документов, посвященных революции 17 года, посвященные крестьянскому движению в 17-18 годах. В начале 21 века дошла очередь до наших, чем мы гордимся, даже фундаментальных академических, можно сказать, сборников документов по Великой Отечественной войне. В 2005 году вышел сборник «Письма Великой Отечественной», в который вошло 537 писем. Затем, в 2007 году, первый том «Тамбовская область. Годы Великой Отечественной войны», затем второй том в следующем году, и, наконец, в 2010 году объемнейший том по документам, которые раскрывают деятельность, жизнь тамбовцев на фронте, на фронтах Второй мировой войны. И работа эта не остановилась, и сейчас уже в совсем новейшее время, два года назад, вышел сборник по детскому движению, выходят книги, опять же, все это сборники документов, откомментированные самым лучшим образом, то есть снабженные научным комментарием и всеми археографическими необходимыми деталями. Так что работать с этим архивом в значительной мере можно даже, вот, ну, не выходя из дома, просто идя по ссылкам, выходя на публикации, на новые публикации и так далее. Так вот, и какие разделы? Я уже упомянул то, что разделы, отраженные в Государственном архиве социально-политической истории Тамбовской области, все сферы отражены. Отражены, скажем, если мы, вот, скажем, начиная с первых документов, скажем, документы, которые касаются гражданской войны, коллективизации, то есть социально-политическая история представлена полностью, социальная история представлена на очень хорошем уровне, в частности, вот, листовки большевистских времен Антоновщины обращения или фотографии справа, снимок из эпохи коллективизации. Затем разделы, если мы хотим узнать про сельское хозяйство, пожалуйста, перед вами образцы документов по состоянию животноводства, справа фотографии о том, как убирали урожай. И, естественно, к этому есть сотни документов бумажных, как убирали урожай в Тамбовской области в годы войны. Затем если нам нужны данные о состоянии медицинского обеспечения Тамбовской области, пожалуйста, вот в данном случае представлены карта и расположение госпиталей в годы войны. А с другой стороны, это медицина и сотни, тысячи документов, которые раскрывают наше движение нашего здравоохранения в течение 20 века и начала 21 века.
А справа другой срез нашей истории новейшей. Это лагеря военнопленных. Кстати, тоже по лагерям военнопленных у нас тоже был издан сборник документов в 2015 году, куда специально были отобраны документы, отражавшие жизнь, условия попадания, так скажем, жизнь и исход наших пребывания военнопленных разных национальностей из армии противника, которые находились под Тамбовом, под Моршанском, в других лагерях Тамбовской области во время Великой Отечественной войны. И также, конечно, особой частью во всех отношениях, от научной до нравственной, до моральной части, то есть огромной долей документов ГАЗ-ПИТО является документ, посвященный Великой Отечественной войне. Например, как вы видите на данном слайде, с одной стороны, карточка эвакуированного, спасенного в Тамбовской области еврейского мальчика, родители которых убили нацисты еще в июле 1941 года в Минске. А с другой стороны, прием в комсомол здесь, в Тамбове, тоже одна из этой линии, тоже одна из важных таких мобилизационных страниц мобилизации нашего народа на борьбу в то время. И если мы можем видеть документы также из военной поры, скажем, вот списки председателей колхозов слева, а справа у нас такой в одной фотографии отражение работы государства с церковью во время войны. Мы видим архиепископа Луку, он же великий хирург войны, Валентин Феликсович войны Есенинский, вместе со священниками, тогда, так сказать, возрождаемые после того разгрома 30-х годов, 20-30-х годов, возрождаемые Русской Православной Церкви тоже как мобилизационный фактор в борьбе с внешним тогдашним врагом. Тоже линия важная, хорошо представленная в нашем архиве. Линия, которая тоже касается борьбы народа в годы Второй мировой войны, скажем, с одной стороны, материалы и раскрывающие, кстати, поведение оккупантов, поведение нашего противника, стороны их деятельности. Допрос нашей девушки-разведчицы, нашей тамбовской национальной героини Тамары Дурмец. А с другой стороны, личная карточка тоже, кстати, это вот эта сокровищница Государственного архива социально-политической истории, это фонды с личными делами, с личными карточками, с персональными делами людей, ну, самых разных профессий, самых разных срезов. В данном случае вот начальник управления наркомата внутренних дел по Тамбовской области, а так директоров заводов, представителей колхозов, учителей, деятели культуры и так далее. То есть это богатейший фонд, который ждет своих исследователей. Затем мы, двигаясь к современности, мы можем видеть, ну, как снимок отражения, скажем, линии промышленности развития в Тамбовской области. И вот на снимке слева вот сборка знаменитых машин, стиральных машинок на одном из тамбовских заводов. И, наконец, из близких уже по времени событий, вот тот социально-политический кризис второй половины 80-х годов, который обернулся затем распадом Советского Союза в целом. Но вот как это проходило в Тамбовской области, это, кстати, тоже это один из ценнейших фондов этого архива, когда представлены фонды всех политических движений, то есть не только коммунистической партии, которая, ну, так скажем, уже прекратила, как КПСС, Коммунистическая партия Советского Союза прекратила свое существование в 1991 году, но всех политических движений, организаций, которые вот бурным, так скажем, буйным цветом цвели на Тамбовщине. Вот на фотографии мы уже видим одно из проявлений этой деятельности, то есть общественный мемориал различных партий, вроде ЛДПР, формирование Единой России, Выбор России и так далее. То есть все движения, всех срезов, возрастов, всех районах. Это тоже богатейший материал. И, кстати, по этим материалам тоже издан очень неплохой сборник документов вот по этим движениям в Тамбовской области.
Но картина наша была бы неполной, если бы не сказали о том, что наши два этих главных архива, о которых мы сказали, они лишь они важнейшая часть, центральная часть, но часть той сети наших источников, так скажем, сети источников нашего ресурса, который мы используем в нашей работе по постижению социальной истории нашего региона. И к этой сети также относится. И все это сообщающий сосуд, это живой организм, который развивается, пополняется. В этой сети мы можем назвать и ведомственные архивы различные, архивы служб, Федеральной службы безопасности, архивы заводов, архивы высших и средних учебных заведений, архивные подборки, подборки наших музеев, также музеев различных организаций. И, наконец, таким важнейшим, без которого мы не смогли бы работать, это мы используем активно, и они постепенно перетекают партиями, большими или малыми, такими ручейками, ручьями перетекают вот как раз в это хранилище. Это собрание из личных коллекций наших преподавателей, наших студентов, остальных жителей Тамбова. Кстати, за что я как исследователь благодарен. Можно даже показать, вот скажем, такие примеры, как вживую, скажем, записная книжка солдата, уникальная совершенно, начатая им в 1945 году, солдата из Тамбовской деревни, с песнями, с прибаутками, с описанием боевого пути, или, скажем, часть дневника Ани Чернышовой, которую она, будучи студенткой, вела. Вот такие, именно такие вещественные доказательства, не веще, а источники приходят к нам, и мы с ними работаем. И в целом у нас в совокупности вот все, что используется, мы делаем на этом, исследуем и превращаем это в сборники документов. Ну, для примера, просто как это, какие примеры. Вот такие подборки писем, фотографии, которые поступают со всех сторон и оседают в наших хранилищах, как научных центрах. Вот это дневники, как дневники революционной поры, записные книжки крестьян перед вашим взором. Это уникальные воспоминания тамбовских крестьян и дневники тамбовских школьников военной поры. Каждый раз там подписано, из чьих коллекций личных они поступили, где они находятся сейчас. Затем это и вот уникальное слева письмо из заключения, поступившее тоже из частной коллекции, целая подборка писем, которые люди писали на волю из сталинских тюрем, а с другой стороны, сценка из тамбовской жизни. И, или это в дневник слева мы видим священника Лаврова, который он составлял, ныне канонизированного Сергея Лаврова, который он писал во время своего четвертого ареста в тамбовской тюрьме, 1925 год, уникальнейшая вещь. А рядом также уникальная страничка из дневника тамбовского школьника Владимира Херсонского, где вот он изображал себя, мечтая о том, как он станет солдатом. Это и дневник тамбовского коллекционера Никифорова, слева фотографии. Ну и, наконец, фотография, в которой вы видите лагерь, принесенный мне студенткой медицинского института. Вы видите состав солдат в войсковой части, которая принимала немецких военнопленных в Чехии, эсэсовцев группы Шорнера. Вот обратите внимание, какие там солдаты у нас в первом ряду сидят. Так вот, такого рода. И мы работаем с этим документом. Мы приглашаем вас присоединяться к нам в этой работе. И все-таки самое заключительное. У нас есть еще источники, которые мы создаем сами, уникальные, которые в помощь нашей всей этой работе. Это сбор, мы ведем сбор студенческих генеалогий и уже сотни тысяч персоналей в этих базах данных. И обработка, анкетирование, но тоже то, что нам помогает, не просто помогает, а решает вопросы по изучению социально-демографической истории. Так что все это богатство ждет вас. Welcome.